в открытую, сейчас она мне на ушко скажет что-то. А вы представляете, она хотела спросить, который час просто. Что сейчас? Я знаю. Знаете, почему так случилось? Потому что мы оба любим замечательный кофе. И сейчас я приглашаю сюда человека, который его знает о кофейных напитках все. Потому что если вы знаете, что такое White Whale или Make My Cake, это все. Вы сейчас будете просто в шоке, потому что мы пригласили сюда Олега Николаева. Олег, где вы? Замечательно. Я вас прошу, вот здесь, тут уже свободно. Да. А что интересно рассказать? Есть просто правдивая история, есть неправдивая. Правдивая история, она неинтересная, а неправдивая интересная. Вам какой? Интересно. То есть неправдиво. Да. А как я гулял по городу, я обычно всегда гуляю по городу, ну, в поисках помещения. И думал о Саше. Думал о Саше. Саша выкладывает фотографию в Фейсбуке. Говорит, я открываю с другом IQ-Space. Говорит, Саша, знаешь, я думал о тебе. Говорю, и у тебя классное помещение. Можно я приду? Я пришел и говорю, Саша, если это окна выходят из Мешковского, то я говорю, да. Саша говорит, да. Так появился белый дом. Нет, я, в принципе, могу долго говорить. Я только что говорил в Хабе и пришел сюда. Если есть кого-то, у кого-то интересующие вопросы, почему мы двигаем вот эту свою линию свежего тайного кофе с Костятиной, я готов ответить. Если нет, то я просто уйду, и вы будете дальше не сильно сидеть. Вот. Кофе нужно пробовать, правильно? Да. Кофе нужно пробовать. Ну и не пейте его сахаром, потому что я вам только лишь одну вещь скажу. Почему мы так радикально относимся к кофе с сахаром? Пример, для того, чтобы было понятно, как с мясом. Если у вас в холодильнике лежит хорошее мясо, и вы прощелкнули момент, когда его нужно было приготовить, и оно начало становиться липким, то у вас есть два варианта. Это мясо выкинуть, либо зажарить его в уголек. Для того, чтобы убить все бактерии, все-таки его съесть горе пополам с майонезом или с кетчупом. Так вот, с кофе то же самое. Если кофе не лучшего качества, с дефектами, то ему требуется очень темная обжарка для того, чтобы убить все дефекты. Оттуда и горечь. А горечь часто хочется либо молоком залить, либо запить сахаром. Так вот, мы предпочитаем покупать зерно высшего качества, для которого требуется степень обжарки светлая, и сахар не нужен. Мы беспокоимся за вас, чтобы вдруг у вас, как у американской нации, не образовался диабет. Спасибо.